Улица Ивана Голубца. Старое дерево не выдержало ударов стихии и рухнуло на провода. Следом за ним сломалась и электроопора. В результате движение заблокировано, а на несколько кварталов вокруг отключено электричество. И таких примеров десятки. Четвертые сутки специалисты работают в круглосуточном режиме. В первый день, с ночи, с пятницы на субботу, мы сделали порядка 20-25 вызовов, адресов отработали. А следующий день, суббота, у нас было где-то около 15-20 адресов. Точную статистику пока даже нет времени подвести. Несмотря на максимальную загрузку, специалисты стараются в кратчайшие сроки отработать поступающие заявки. Заявка от жителей поступает в администрацию, администрация отправляет это в ЖКХ, ЖКХ-специалист приезжает, осматривает дерево, дает назначение, санитарная рубка, обрезка там, ну, и, соответственно, после всей этой истории заявку скидывают нам ЖКХ, мы выезжаем и работаем. Обратиться за помощью жители Анапы могут напрямую в отдел благоустройства города по телефонам горячей линии или по номеру 112. Антон Чистяков, Руслан Душевский, Анапа регион.